Добрый день, шановное господарство! Сегодня на кухню правооборонщего центра «Весна» завитали лидерки правооборонщего центра «Идентичность» Наталья Маньковская и Екатерина Борсук. А тема сегодняшней нашей размовы будет размова про право человека в контексте ЛГБТ-людей. И я одразу перехожу до первого питания. Наталья, чему мы говорим про правы ЛГБТ-людей, про правы ЛГБТ-супольности именно в контексте права человека? Ну, я могу сказать, что на разумение правого человека в дочинении до ЛГБТ людей не развилось одночасово с разумением про агульные права человека. И такое разумение увогуле пошло складываться только с 80-х годов 20-го стагодия. И тогда люди, адмыслоўцы у сферы правого человека разумели, что ЛГБТ, лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры повинны володать и корыстаться теми же правами человека, как и все остальные люди. То бок, это те же правы, как и остальных, право на свободу, особистую недотыкальность, право на житё, право на ровную оборону закона, право на выказывание своего меркования. И это ніякія не новые правы, то бок это те же самые правы, которые были замацаваны во всеогульной декларации прав человека и о інших домовах на конт прав человека. То бок у истории развития правовой доктрины это только як бы мовіць, як павінна выкарыстоўвацца універсальныя гэты прынцыпы ў дачыненні да групы ЛГБТ людзей. Ну і мы гаворым пра групу ЛГБТ людзей, таму што гэта з'яўляецца, так скажам, групай, якая падвяргаецца досыць часта праявам дыскрымінацыі ці нейкіх іншых парушэнняў правоў чалавека. Да, так, абсолютно. И я, наверное, дополню Наташу только в том, что человеческое достоинство, в принципе, не может быть ограничено в своем полноценном существовании только за счет каких-то определенных признаков, к которым тот или иной человек или группа лиц относится. И это как раз-таки то, с чем нам приходится постоянно, ну, не бороться, но что нам приходится постоянно опровергать. Что есть вот человек, и у него есть достоинство, и вне зависимости от того, где он родился, каким он родился, какие у него особенности, или как он себя ведет. Хороший или плохой в лице других людей, которые так в индивидуальном порядке предполагают или оценивают. Вне зависимости от всего этого, человек имеет права, как и все остальные. И вот мне кажется, непонимание вот этого важного глубинного философского аспекта часто нам не позволяет легко объяснить большинству, почему мы говорим о правах человека в отношении к ЛГБТ-людям и что это, по сути, что под этим по существу подразумевается. Я думаю, как только мы начнем понимать, что есть человек, есть его достоинство, все, точка. И уже от этого мы начинаем исходить, что этот человек достоин уважения и так далее, мы тогда, возможно, сможем изменить что-то в обществе или уже на уровне государства. Ну вось, калі гаворым мы пра права чалавека, мы можам звярнуцца да асноўных дакументаў у галіне права чалавека, да, і дыскрымінацыя, якая распісваецца па прыкметах, і в тым ліку і ў гэтыя прыкметы ўваходзіць сексуальная арыентацыя. Так, я могу сказаць, што нават калі на практыцы не замацавана, што менавіта па прыкмеце сексуальнай арыентацыі або гендэрнай ідэнтычнасці дыскрымінацыя забаронена, ўсё ж такі чалавек любы павінен карыстацца роўнымі правамі, незалежна ад ніякай прыкметы. То бок, калі гэта пачынае замацоўвацца ў дакументах, што ось, не толькі раса, не толькі нацыянальнасць, гендэр або штосьці іншае не могуць з'яўляцца, я думаю, прычыны для таго, каб чыісьці правы былі парушаны, але і іншыя нейкія прыкметы, у тым ліку і сексуальная арыентацыя. І
Ну, это так званый открытый пиролик. Тут, да? Тут мается на увазе открытый пиролик. И я хочу тут додать, что часто широкая громадскость не бачить як бы дискримінації у тим, у дочиненні до ЛГБТ людей у тих областях, де, наприклад, до їх самих яны б не хотели быть дискриминованными. Приведем приклад с злочинствами на глибе ненависти. Uh-huh. И часто пытаются, чому вось злочинство на глибе ненависти, это так само предмет заклопочности правоборонцев. Ну, хвости побили там на улице, ну, усіх б'ють, усіх ну, могуть побіць, да, наприклад, особливо у небезпечних районах. Але поглядзім, што атрымліваецца. То бок чалавек нейкі стаў ахвярай толькі таму, што якісьці там хуліган вырашыў, што, наприклад, ён єць там яна лесбіянка. То бок мало того, что человек стал ахвярай, там сутыкнуўся з гвалтам, але потым што робіць чалавек? Ну, ідзе ў міліцыю, напрыклад, каб абараніць свае правы, знайшлі там агрэсара і яго пакаралі. І ў міліцыі вельмі часта так здараецца, што на ахвяру глядзяць як на, ну, як на злачынцу. То бок, ну, а было, што ты там афішаваў, напрыклад? Што ён сам вінаваты, да? Сам вінаваты, не трэба было там ісці, не трэба было там апранаць такі там шалік, або не трэба было там ісці такой паходкай, як ты ішоў, і ўвогуле, пэўна, ты там сам расказаў, што ты гей, таму цябе і пабілі. І гэта часта здараецца. І тады мы можам казаць, што чалавек, ну, не мае роўнай абароненасці, напрыклад, з якім-небудзь іншым чалавекам. Просто таму, што вось ён гомосексуал. І гэта яўны такі факт дыскрымінацыі. І аб гэтым таксама трэба казаць. То бок, мала таго, што чалавек ахвяра, але і не карыстаецца прававой абароненасцю. То есть все павінны быць роўныя перад законам. Так. Як кажа наша Конституция, она, это значит, что держава повинна оборонять всех, независимо от того, кто они такие. Мало того, что повинна оборонять всех, и все мают ровное право на оборону закона. И это дотычится и інших проявов дискриминации, таких как трудовая дискриминация, або дискриминация при отримании товаров або послугов. І ніякі аргументы аб тым, што ось я не прымаю гэтага ладу жыцця, ці які-небудзь іншыя не могуць быць фактарам таго, што дыскрымінацыя магчыма. Ну вось я якраз такі падумаў пра дзяржаву, да? Вы загаварылі пра канстытуцыю. І, в принципі, дзяржавы не толькі наша, але і шмат якія іншыя прайшлі доўгі такі шлях. Калі мы можам сказаць, што гомасексуальнасць была крыміналізавана ў свой час, і ў Савецкім Саюзе это было досыць доўга, і адменена она была толькі там уже пасля распада Савецкага Саюза, там першыя гады 90-х. А вось як вам, як актывісткам правабарончага руху, які абараняе правы ЛГБТ людзей, як вам здаецца, ці, па-першае, ці змянілася сітуацыя зараз? Можа быць, все ж таки змянілася, хаця б трошку да лепшага. І чого б мы чакалі ад нашай дзяржавы, так скажам, у абароне вот менавіта правоў гэтай групы? В Беларусі змяніла. Так, так, безумоўна, в Беларусі. Ну, я бы лично не отвечала оптимистически на этот вопрос. На мой взгляд, изменений конкретно в этой области пока существенных не происходит. Ну и опыт нашей деятельности, нашей организации нам каждый раз подтверждает наши эти вот, к сожалению, пессимистические ожидания или видения. Почему я прихожу к такому выводу? Во-первых, потому что у нас, как у правозащитных активистов этого спектра или как представителей ЛГБТ, нету никакой защиты или прав, или признания того же. Более того, часто мы преднамеренно подвергаемся неким преследованиям, репрессиям, ущемлениям. Ну, тут можно сгадать выпадок с регистрацией именно полной организации. Абсолютно, да, когда два раза только за попытку регистрации наши активисты были в разной степени репрессированы. То есть вот эти все факты, нам меня приводят к мысли, что улучшений нету диалога с властью, нету никаких признаков того, более того, есть признаки негативного отношения к проблеме или к вообще к этой
социальной группе со стороны власти, политиков или там иных двигателей мысли этого сообщества или этой страны. Ну да. Ну а ось, вертаючись, наприклад, до УПО, было цікаво назирать то, что официальная белорусская делегация, ну, принамсі, першиню я такое чув на міжнародному дипляцовці, вимовила само слово ЛГБТ и сказала, что по воде Конституции у нас все ровно перед законом и тем лику ЛГБТ, то есть держава гарантує это право. Так, гэта было так само вельмі цікава і ну, прыемна, што гэта адбылося так упершыню. Гэтаму, канешне, была вялікая праца да гэтага нашай арганізацыі. Мы двойчы ўжо ўдзельнічалі ў універсальным перыядычным аглядзе са сваімі альтэрнатыўнымі справаздачамі. И приезжали и в Женеву так само, как распровести про эти проблемы. Конечно, не могу сказать, что это такие уже великий крок наперед, але, конечно, то, что это артикулируется на таким державном взросте, конечно, это достигнение. И тут видовочно, что держава уже не может размовлять про проблемы ЛГБТ, поза контекстом правого человека, то бок яны прынамсі пачалі размаўляць. Ну да, но если вы помните, там реплика была характера такого, что мы якобы пытаемся вот эти личные какие-то особенности людей вывести на сферу так, политики. Так, они означили, что это, мы лечим, что это приватная сфера, mm-hmm. и мы как бы застаемся на позициях обороны традиционных каштовностей. Ну да, но тем не менее, они высказывают такую позицию, на мой взгляд, в свою очередь подтверждают свой индивидуальный взгляд на этот вопрос. То есть они не преследуют универсальные какие-то понятия и взгляды и отношения в адрес ЛГБТ. Они опираются на свои индивидуальные взгляды, на свои индивидуальные ценности, убеждения, культуру и пытаются ее на политическом уровне, к сожалению, что мы не можем делать, ну, как-то укреплять. И это вот обижает. Они нас критикуют в том, что делают, по сути, сами. И это достаточно странно. Ну, а вот, вертающийся до традиционных каштовностей, мне так сдается, что это такие, ну, тренд зараз, очень популярный в нашем регионе постсоветским. Мы это чуем скрозь, там, и в России, и у нас, и в инших местах. И, ну, и тренд на то, что универсальность права человека, она не универсальная. Есть как бы особливый шлях у всех там свой, да. И это, конечно, уплывает на громадскость, да, в той же час. Вот как вы лечите, вот ці, на уровне громадскости белорусской, может быть, нечто изменяется в лепший бок, не в лепший бок. И... Ну, я хочу сказать, что эта идея об культурницком релятивизме, яны не новые. И мне кажется, их это не новое удочинение до темы ЛГБТ. Это было весь час от самого початку вот этой универсализации права у человека. То бок это относилось там и до права на выказывание меркований, до инших громадских политических прав. Ну як же, у нас культурный релятивизм. Наши люди не здольные до индивидуализма, им больше властивый коллективизм. Бог, это интересы державы повинны быть и громадства повинны быть выше, чем интересы индивида. То Бог, это не новый дискурс абсолютно. Что дотычется вот этого традиционализма, вот это как раз таки новая з'ява, потому что тут видовочно, как конструируется эта традиция. То Бог, это не традиция, а то, что вот мы або хтось думая, что является традицией, потому что негативное ставление до гомосексуалов, бисексуалов, трансгендеров заявилось не так давно в истории. Когда мы заглянем в историю, то на территории Российской империи, куда на тот момент уходила Беларусь, только в 30-е годы 19-го стагодия отбылась криминализация относительно помеж дорослыми мужчинами. Да, этого ничего такого не было. Только у войску была заборона, а не что достаточно громадянских стосунков не. И когда мы кажем зараз про то, эти является громадство толерантным в уне, я могу сказать, что наше громадство ничем не отрознивается от, при том, там громадство и в Западной Европе, и в США, потому что
И там моцная позиция консерватизму. И на вот 30-40 годов тому никто не думал про то, что вот так само ЛГБТ повинны користаться всей полнотой. Ну и 40 годов тому расовая сегрегация еще была в лучших штатах Америки. Так, и она и потом была, але, ну, не на таком дальше уровне, але на уровне практики. Что дотично того, где изменяется ситуация в лепший бок? Ну, вы зараз мы ведем великое доследование истории ЛГБТ и руху, и супольности у 90-е, 2000-е годы и далее, там, 60-е, 70-е. И по тех, например, известках, что мы отримали от людей, там, сталого больше веку, конечно, ситуация изменяется. То бок, у 1994 году отбылась декриминализация добровольных стосунков помеж мужчинами, и это, конечно, был великий крок наперед на той момент. У 2002 году Беларусь уступила у МОЦ международная классификация хвороб 10-го перегляду, и гомосексуальность и бисексуальность больше не лечится психиатрическими хворобами. И это так само был великий крок наперед. Конечно, не все психиатры, психологи, психотерапевты так это ведают, а когда ведают то, что там пытаются с этим сделать. Что дотично относительно громадства, больше становится толерантных людей, это важно, принамсі, сярод интеллектуальной элиты, сярод журналистов, громадских деятелей, правоборонцев и так далее, больше становится публикаций и у публичном дискурсе, принамсі, уздымается питание об том, что есть ЛГБТ-люди, есть дискриминация по поводу сексуальной ориентации, гендерной идентичности. И мы это видим по тех публикациях, которые появляются и на Тутбай, и на нашей Ниве, на Винах. И это, конечно, вельми радует, потому что это не только ты такие вот с присмаком какой-нибудь сенсации, материалов, чтобы несколько годов тому про прайды, про гей-прайды и так далее. Это Бог, это про злочинство на гребне ненависти, это про вмешательство у особистое житё, это про дискриминацию и иншие такие, ну, вельми трагичные речи на сам реч. И я могу сказать, что и сама супольность, люди супольности больше звертаются по правоохранительную допомогу, принамсі у сферы злочинства на глибе ненависти. Только за этот год мы зафиксировали 4 злочинства такие, когда вот ахвяры те сами звернулись, эти про сябров своих, те, кто с те знаёмы там доведался и нам рассказал, то бок еще несколько годов тому, и они навод не поведомляли правоохранцам про эти проблемы. Ну, я, возможно, только маленький комментарий добавлю, что мы как бы нельзя исключать действительность, которая представлена тем образом, что наше белорусское общество, как и российское, в принципе, и украинское, сейчас находится в активном процессе трансформации, переходя из этого советского закрытого некого вакуума в некое иное, в некий иной субъект на международной арене. Да, и плюс, ну да, в России, к примеру, они пытаются неким образом предотвратить вот это развитие общественного мнения или общественных взглядов своими новыми дискредитирующими законами. Да. Но, тем не менее, я не думаю, что этот процесс возможно неким образом остановить, учитывая современные технологии, доступность людей к информации, доступность к знаниям тем же и о тех же правах человека. Яркий и показательный пример той же Европы, где люди могут полноценно существовать и защищать себя, вне зависимости от своих там неких признаков и так далее. Это все позволяет нам быстрыми тенденциями наблюдать все-таки прогресс некий в общественном мнении, как уже Наталья говорила, и это и двигатели мыслей, которые постоянно позиционируют некую позицию более-менее позитивную или критическую в адрес ЛГБТ, ну, озвучивают эту тему, и молодые люди тоже, сменяется поколение, и, то есть в этом плане я, конечно, тоже позитивно смотрю на изменения внутри общества, и мне кажется, это просто, ну, запретить это как-то, да, можно, и тогда все, это будет происходить как в России сейчас, да, запрещайте, или как в неких других странах, где гомосексуальность до настоящего момента криминализирована. Но большая часть мира поймет, что это просто не тренд гуманизма, не тренд цивилизованности, и, ну, это что-то странное.
Ну что ж, сябры, будем на этом завершать нашу передачу. Великий дякую нашим гостям, которые сегодня завітали до нас. И я хотел бы просто завершить нашу программу цитатой из декларации, что все мы ровны в своей человеческой годности и правах. До встречи.